Команда Кипиш кидает полотенце. Получился счет 2-0 в пользу Fighter Kids. До конца матча 4:50. В поле команды X-Men и Калашников. Тридцать. Какая команда берет тайм-аут? Хорошо, Калашников взяли тайм-аут. 5 баксов. Минута. Тридцать. Десять. Время. Очко зарабатывает команда Калашников. Счет 2-1 в пользу команды Калашников. В поле команды 30. Fighter Kids и Кипиш. Счет 2-0 в пользу команды Fighter Kids. Десять.
семя. Очко зарабатывает команда Кипиш. Счет 2-1 в пользу команды Fighter Kids. В поле команды играют за 3-4 место Калашников и X-Men. Команда X-Men берет тайм-аут. До конца матча у них 1:06. На поле приглашаются команды Калашников и X-Men. Счет 2-1 в пользу команды Калашников. До конца матча 1:06. У Китсов и Кипиша 3:44. Что? В поле команды Калашников и X-Men. 10. Было. Слышали, да? 60 было. Уже 50. Время. Счет был 2-1. Игра без очка, да? Хорошо, значит, команда Калашников занимает 3-е место. Сейчас играют за 1-е и 2-е место Fighter Kids и Кипиш. Счет 2-1 в пользу Fighter Kids. До конца матча 3:44. Что? Fighter Kids взяли тайм-аут, хорошо.
30. До конца матча 3 минуты 44 секунды. Счет 2-1 в пользу Fighter Kids. Шестьдесят секунд. Время. Похоже, да. Очко зарабатывает команда Fighter Kids, и тем самым они занимают 1-е место. Через 5 минут награждение.